За первый же день работы на этом сайте я заработал 621 рубль. На тот момент это было 200 с чем-то гривен или 10 долларов. 10 баксов в первый день работы. За сегодня я заработал уже 22 тысячи рублей. Это 13 тысяч гривен. Сейчас я все расскажу тебе, и ты сможешь просто нажать вот эту кнопку «Начать зарабатывать» и начать зарабатывать деньги в интернете пассивным способом на реферальных ссылках и промокодах. На это понадобится несколько минут. Итак, на моем балансе 50 тысяч рублей. Это практически 30 тысяч гривен. Это 811 долларов. И это заработано за 3 дня, смотрите. Даже меньше. За сегодняшний день, 20 число, сейчас 14 часов 17 минут, заработано 22 тысячи рублей. Это 350 долларов или 13 тысяч гривен. Я привожу людей по своей ссылке или по своему промокоду на сайт. Люди играют, я получаю 50%, даже 55% от прибыли компании. Партнерка OneWin — это вообще офер номер один реально в сфере гемблинга и беттинга. Она предлагает до 60% прибыли от игрока пожизненно. Это так не делает ни одна партнерка, мне известная. Допустим, 1x партнерка платит всего 25% максимум, а начинается все с 15 или даже с 10. Тут же начинается прибыль от 40% и до 60%. Как зарабатывать? Рецепт очень простой. Сейчас мы создаем аккаунт, после чего создаем свою ссылку, создаем свой промокод, рекламируем, приглашаем людей, зарабатываем бабки. Очень просто, погнали! В колонку «Имя» вводите настоящее свое имя. Меня зовут Руслан. Обязательно укажите свой настоящий email, к которому у вас есть доступ. Обязательно укажите настоящий номер телефона. Способ связи с вами тоже настоящий. Пароль посложнее, чтобы денежки были в защите. Укажите источник трафика, откуда вы будете приглашать людей. Допустим, телеграм-канал или тикток. Я не знаю, откуда вы будете людей приглашать. Может, вы будете покупать рекламу в Таргете. А модель сотрудничества выбирайте, мой совет, Ревшара. Модель сотрудничества Ревшара. СПА — это когда вам сразу платят деньги за игрока приведенного и потом не выплачивают. Ревшара — это когда вы получаете процент, как я, как тут написано, до 60% прибыли. Человек заливает по вашему промокоду 1000 рублей, проигрывает ее, 400 рублей получает контора, 600 рублей получаете вы. Контора себе забирает меньше, чем платит вам. И это реально выгодно. Тут, когда вы будете выбирать валюту, обязательно выбирайте валюту на всю жизнь. Потому что потом ее поменять не получится. Например, у меня стоят рубли, хотя я сам из Украины, и я не могу поставить доллары. Я смотрю свой доход в рублях сейчас. В общем, ввели все данные, нажали кнопку «Начать зарабатывать». Заходим на аккаунт, у меня тут много денег, 50 тысяч на балансе, доход за все время 8 миллионов 200 тысяч рублей. Это практически 5 миллионов гривен за 5 лет работы. У вас же тут везде ноль, но для того, чтобы там появились деньги, нужно приглашать людей. Как это сделать? Создаем свою ссылку и свой промокод. PR-инструменты, ссылки. Создать ссылку. Название ссылки. Обучение. Источник трафика. Telegram. Создать. Видите, создана ссылка с названием обучения, и ее можно скопировать. Нажимаете кнопку «Скопировать», создаете рекламный пост, прикрепляете туда свою ссылку, люди переходят по вашей ссылке, и вы получаете процент от дохода. Таким же способом можно создать промокод. PR-инструменты, промокоды. Вот мой любимый промокод RussiaBet. Человек, когда регистрируется на сайте, вводит мой промокод, он за это получает бонус и засчитывается навсегда, на всю жизнь, как мой игрок. Даже если он через 2 года пополнит баланс, он все равно будет приносить прибыль, если будет проигрывать. А рано или поздно проигрывают все. Также в разделе «Промо-материалы» вы можете найти красивые картинки и видюхи, анимации для рекламы. Берете готовую картинку, прикрепляете туда свой промокод, закуп рекламы в каком-то паблике. Этот паблик постит вашу рекламу. Люди по вашей ссылке и вашему промокоду регистрируются. Вы миллионер, смотря сколько людей приведете. За все время, за 5 лет, я привел 10 тысяч человек активных. Как я и обещал, теперь вы можете перейти, нажать кнопку «Начать зарабатывать» и начать зарабатывать с нуля.
В следующем видео я могу рассказать, каким образом я это сделал, либо могу рассказать другие способы, как приводить людей и зарабатывать деньги. Пишите свои вопросы в комментарии, если интересует вас что-то. Поставьте лайк, если видос был полезным, и вы будете зарабатывать деньги в интернете. А ссылка на партнерку в описании.